А вы уже сходили на шоу «Воды, огня и света»? Во Владивостокском цирке с успехом продолжаются гастроли, захватывающие полной магии и спецэффектов программы. Совместного проекта Российской государственной цирковой компании и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Привезли вам действительно уникальную программу. Это, можно сказать, золотой фонд российского цирка. Что не номер, то обладатель тех или иных мировых наград. Сегодня был аншлаг. Здесь зал необычный. Но мы все равно чувствовали эти флюиды, нам обратно возвращались со зрительного зала нам. Мы посылали туда, а эти флюиды возвращались нам. Шоу захватывает с первых секунд. Спецэффекты, фокусы, акробатические трюки без страховки. Вот гимнастка Маргарита Чомахидзе на кордевалане бесстрашно парит под куполом цирка. А это колесо смелости без страховочного троса. В зале в этот момент царит тишина. Акробаты-каскадеры на высоте несколько метров выполняют рискованные сальто. Вторая часть программы – это магия. Выступление иллюзионистов. Представители семейной цирковой династии в четвертом поколении Алексей и Анатолий Сокол удивляют, восхищают и детей, и взрослых. В Владивостокском цирке прекрасном мы отдали всю энергию. Я вот за себя точно могу здесь сказать, что вся энергия была нами потрачена, и зритель, который увидел нас, что очень хорошо эту энергию обратно нам отдал. Естественно, сложнее становится удивить зрителя, но я считаю, что искусство наше, оно живое, и оно будет все равно брать и со временем только больше цениться. Как отмечает заслуженный артист России Анатолий Сокол, подготовка опасного номера занимает несколько лет, а разгадывается внимательным зрителям порой за минуты. Так что ни минуты остановки, новые идеи, разработки трюков, девиз иллюзионистов – удивлять и восхищать. В этом году нашей династии исполняется 120 лет. Мы готовим новый трюк и думаем, что выпустим этот трюк на арене этого цирка. Мы постоянно делаем и придумываем какие-то иллюзионные трюки. Не закупаем за рубежом, а делаем сами эти трюки. И поэтому это наши фамильные трюки, фамильная династия. Ходите в цирк. Только здесь стирается грань между волшебством и реальностью. И каждый зритель – участник шоу. Шоу «Воды, огня и света». Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.